уверены, что говорите по-русски правильно. Проверьте себя. Часто я слышу даже от очень грамотных людей более-менее, более-менее. Мне кажется, что правильно было бы говорить более или менее. А как вы думаете? В алгебре я более-менее разбираюсь, а вот с геометрией сплошные проблемы. А для меня русский язык самая большая проблема, а в остальном более или менее порядок. Более-менее – это разговорная форма, да и то не очень правильная. Правильно – более или менее. Более или менее – это абсолютно правильно. Постарайтесь не потерять союз «или» в словосочетании «более» или «менее». Даже в разговорной речи. Более или менее. Более или менее. Говорите по-русски. Прошу вас.